Как скучно ей живется, а больше заняться нечем выходит. Бездельница, иди работай. Шикарная женщина под охуительными фильтрами. В России она была пожилая женщина в кроличьей шапке. Америка сделала ее такой. И Россия тут никаким боком. Умничка, Нинель, что сюсюкаете с мужем и его родственниками. А то чемодан вокзал Россия. И муж новенькую, молоденькую девочку по интернету выпишет. А что ему терять? Общих детей нет, башенные алименты не платить. Как держать, Нинель? Где ваши друзья, дети, внуки? Одно и то же, рестораны, отели в вашей жизни. Так она к этому стремилась. Цель достигнута, Америка с дедушкой у ног. Теперь можно и поюморить. Сама придумывает комментарии и на них отвечает. Комплекс, как ты забыла слово. Надо ведь как-то контент поднимать. Вот и сочиняет о себе любимой. Мне, в общем-то, плевать, что стая потрепанных куриц думает обо мне. Главное, что думаю я –